Вечером 3 августа возле стадиона «Краян» было совершено покушение на экс-депутата Килийского района, а ныне участника антикоррупционного движения Анатолия Коломийца. Когда общественник сел в свое авто, то услышал два взрыва. По его словам, он понял, что это покушение, и стал стрелять из травматического пистолета по нападавшим, но им удалось скрыться. На месте происшествия полиция нашла неразорвавшуюся боевую гранату. Під час огляду місця пригоди було виявлено та вилучено уламки гранати РГД-5, а також гранату Ф-1. В рамках розпочатого кримінального провадження призначено ряд необхідних експертиз за предметами, які вилучені з місця скоєння кримінального правопорушення. На даний час проводяться невідкладні слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину. Потерпевший Анатолий Коломиец не пострадал, осколки зацепили лишь его авто. Сам экс-депутат связывает покушение со своей антирейдерской деятельностью. Он утверждает, что защищает от них три агрофирмы, а также помешал неким влиятельным людям заполучить курортные земли в Затоке.